Ну вот, дорогие друзья, теперь мы попробуем более сложную задачу выполнить. Не из кубика вытянуть, а из цилиндра. Причем не из центра, а сбоку. Что очень часто бывает, когда в баке там какой-то патрубок или труба из трубы сходит. Нужная штука. Ну давайте выберем теперь мы такую цилиндрик. Да? И вот в этом цилиндрике мы сейчас с ним начнем работать. Edit mode. Так. И давайте сделаем теперь разрез такой, да, сплайн, и сделаем их вот здесь, то есть разрезов good, это, ну, допустим, 5 пускай будет. Так, больше нам здесь практически ничего делать не надо. Надо нажать S и по оси Z просто уменьшить их. Вот так. Старайтесь так сделать, чтобы сделать примерно, можно было выделить квадрат, который вам, диаметр трубы, который вам будет нужен. Ну, в этом случае я думаю, что я сожму еще немножко. Так, и теперь есть возможность взять вот этот курсорчик, нажать троечку, и теперь вот квадратик вырезать. Не вырезать, а выделить квадратик. Так, далее мы идем с вами. Правая кнопка мыши. Для чего? Ну, для того, чтобы вот попасть вот сюда, в это меню, и сказать, нам нужен циркл. Вот так. Вот, видите, как он хорошо лег, все замечательно. Вот здесь у вас может находиться флаттен. Он нам не нужен. Отключить эту галочку. Так. Ну а теперь уже все просто. Мы просто-напросто возьмем, нажмем И. И сделаем вот внутрь, inside. Отсюда уже вполне легко, просто нажав E, как экструд, вытягивать эту трубочку. Ну, мы видим, что конец трубы у нас, конечно, кривоватенький, но он по этой трубе, по площади остался. Поэтому здесь мы просто скажем flat, вот так, flat. Готово. Ну, чтобы поддержать наши вот эти вот резы, скажем так, ну, сделаем еще несколько, это Ctrl-R, Ctrl-R и двигаем. Здесь то же самое. Вот так. Чтобы она была также устойчива и с этой стороны, когда мы применим вот наш subdivice surface, видите, что происходит? Ну, страшные вещи. То есть надо эти вещи поддерживать, полигоны, тем, что мы делаем разрез, допустим, вот, и тянем его наверх. Тем самым уменьшаем вот это расстояние и приводим в порядок наши полигоны. То же самое внизу. И с обоих крышек я бы тоже сделал такие вещи, как... Вот смотрим, все нормально стало. Теперь и... Инсайд, внутрь, да? Вот так. И здесь тоже. Ну, таким образом все будет хорошо теперь. Так. Что нам еще нужно? Рендер вот здесь мы два тоже поставим, чтобы viewport. Мы пока не будем рендерить, а чтобы посмотреть, что у нас получилось. Пойдемте в этот... Edit и смотрим, получается идеально просто, ребята, просто идеально. Из всех способов, которые я нашел в интернете, мне подсказал Михаил самый лучший, самый быстрый, самый идеальный. Мне нравится. Так, ну мы выпуклость как бы с вами сделали, теперь пора сделать впуклость. Ну, это будет то же самое, только наоборот, ребята, понятно, да? Что мы выбираем. Потом пойдем, скажем, что нам нужно сплин.
Циркл из принца. Циркл. Вот. Вот он у нас получился. Теперь главное, чтобы у нас, если у вас нет этого тула, да, то, ребята, вот здесь есть так называемый, напишите вот тут луп, и вы получите луп тулс. Иначе у вас при правой кнопке мыши ничего не будет появляться. И вы не сможете этот циркл сделать. Так, хорошо. Ну а дальше уже просто. Делаем внутренний. Убираем с помощью Е клавиши внутрь. Ну а здесь можем flatten применить, чтобы плоский у нас был. И посмотрим, мы видим, что не совсем красиво. Ну, вы уже знаете, как с этим бороться. То есть мы просто-напросто сейчас поставим здесь ребра с помощью Ctrl-R. Вот она. И двигаем сюда ребро. Дальше сюда ребро. И на самом донышке выделим его. Троечку нажали. Вот так выделим. Ну, единственное, что лишние полигоны нам не нужны, это понятно. Выделяем. Так, и тоже и жмем, и тащим. Вот так. Все. Теперь давайте, вот теперь мы можем посмотреть сглаженную версию. Так, и пойдем в Object Mode. Ну и вот видим, что, ну, не знаю, ребята, как вам, мне это очень нравится.